Добрый день, Вулканешты. Очень рад находиться сегодня у вас в гостях. Мы можем добиваться перемен, даже будучи в оппозиции. Сегодня все города и села должны получать деньги на инфраструктуру в зависимости от того, сколько квадратных метров имеет населенный пункт и сколько жителей в нем проживают. За 30 лет ни одно правительство у нас не вышло с предложением «давайте закажем план модернизации страны». По экономике, инфраструктуре, сельскому хозяйству, про медицину и образование вообще молчу. У нас в каждом направлении есть проблемы. Мы оставим 1000 контрактников, профессиональных военных, хорошо обутых, одетых, и детей отправить домой. 5% от продажи сигарет и алкоголя на поддержку молодежи и спорта по всей стране. Мы поднимем вопрос о пересмотре и приватизации. И поверьте мне, что мы это будем просто все очень жестко отнимать, потому что они это не заработали. Они это украли у каждого из вас. Мы идем в парламент работать, а не заниматься болтовней и думать, что кому принесет какой рейтинг и так далее. Мы претендуем на ревизоров, завхозов и на хирургов.